Сегодня 33 года со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. В честь годовщины в Тюменском сквере мужества прошла церемония. К памятнику ликвидаторам возложили цветы. Участники митинга почтили память тех, кого уже нет. И поблагодарили тюменских ликвидаторов. Сегодня в областном центре проживают более 600 человек, которые буквально своими руками разгребали последствия аварии. Приедешь, вроде вычистили все. На другой день приезжаешь, столько же набросаны все эти граффити. Опять приходится убирать все это. А работали, значит, по 30 секунд. Залез, схватил камень, бросил. Страшно было всем. Во время катастрофы на Чернобыльской АЭС четвертый энергоблок полностью разрушился. В ликвидации последствий участвовали более 600 тысяч человек, из них 1250 тюменцев. Авария признана самой крупной за всю историю мирного атома. Слова благодарности ликвидаторам сегодня выразил губернатор Александр Мор. Он отметил, что ветераны многое делают для сохранения памяти о подвиге тех, кто спас мир от ужасающих последствий радиационной стихии.